слышу голосы и вонящая дорога. Вот. Теперь еще осталось немножко времени. Значит, отвечаю Георгию. Уже не буду письмо, и пусть Георгий будет именем нарицательным. То есть считайте, что отвечаю всем. Вот. То есть получается так. Сад, питомник, Красном хуторе, Шушинского района Красноярского края. Почему? Ну, поверьте мне, я обычно как говорю, я отвечу на вебинар, я отвечу. Может, кто-то и правда зайдет, кто-то просто, ага, железный вебинар посылает, там я не собирался на вебинаре участвовать. Ну, вот. Ну, взял и вот такое общее письмо, чтобы мне удобно так вот, позвонит Иванов Петров Сидоров или напишет. Я тут же раз скажу, вот где чего, с чего начинать. Сад и питомник деревни Красный Хутор, Шушинский район Красноярского края. Это Сибирь, возле центра Евразийского континента. Климат резко континентальный, но сглаживается наличием 30 километров Шушинской ГЭС. Малоснежная зима, но с морозами до минус 40. В современной России абрикосы именно в вашем округе, в центре Москва, до сих пор жить не могли. Смотрите, то есть этот человек был, ну, Подмосковье. Вот я ему ответил. А это касается Калуги, Липецка, чего угодно. Причины, почему не могли. Вот. Я же искал, я когда в Подмосковье рассказывал, два дня я обошел столько садов, вот до сих пор вот этот ужас какой-то стоит внутри, поселился. Три дерева нашел на сотни, а все остальное изувечено. И вот, что в том числе получается, что я нашел абрикос. Вы бы видели абрикос, который бинтами за полтора метра штамп, естественно, весь изувеченный, понятно. Бинтами, полтора метра был бинтами. Вот так вот. Это было, ну, когда грибы, ну, ближе к осени. Вот, я запомнил, хозяйка за грибами ходила. Вот. Значит, десяток плодов несъедобных, вот таких вот. Это на целый огромный, а я же глаз набитый, я за 120 метров вижу абрикос. Это на огромный, как он называется, дачный массив, вот он как называется, 80 метров от Москвы. И вот я пишу причины, почему вас нет. Зверская агротехника по их уничтожению, начиная с первого года жизни и даже раньше. Сколько глубокое закапывание косточек. Человек спросил, я ответил. Затем уничтожение плодородия почвы лопатами и ядохимикатами. Плюс искалеченные саженцы еще на стадии выращивания. Помните искусственные штампы. Плюс гигантский лохотрон, закупки из Южной Европы. Это смерть всего миллиона из миллиона купленных. Смертельное улучшение кроны. Смертельное. Закармливание, заливание водой, опрыскивание ядами, побелка. А в сумме уничтожение полезнейших муравьев, червей, бактерий, грибов. Муравьев на первое место поставил. А еще десятки не менее важных причин. Так. Ну что, давайте с этим мы закончим. В следующий раз оно как раз к теме подходит. Справка для неверующих. Мои гости, десятки съемок телеканалами Москвы, Красноярска, Кемерово, Абакан и так далее. И чаще при плодоношении абрикосов. Вот. Вот так вот.